Мясо, матюки, убийства и голые сиськи. Если даже вот спускаться достаточно как бы вот, ну, совсем низко, то есть мы находим все те же ситуации. То есть любители рока, спасибо тебе за мое рок-детство. Есть такая игра «Дока 2». Что такое «Дока 2»? Она разрешена в России от 18 лет и старше, хотя видно, что он в эту игру играл. Да, 18 лет старше. Но видно, что он в эту игру играл 13, 14, 15, и у него многие дети ее играют. А что это за игра? Это игра, где ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть там можно придумать свою определенную местность, то есть можно придумать ту же школу, так же ее взорвать, убить, но там будет изощренная ситуация. То есть там ты не изготавливаешь бомбу, то есть тебе дается различное оружие, ты можешь трейд делать, что называется только трейд. Там где ты трейд различными оружиями, убийством, уничтожением людей. То есть ты можешь там, к примеру, как вытаскивать там специальное оружие, как вытаскивать кишки в течение 10 минут. То есть это вот длится вот 10 минут, как вы вот затягиваете. Извините. Ну, я вообще в шоке, что такое есть, я не знала. Вытаскивать кишки в течение 10 минут. Трейд различными оружиями, убийством, уничтожением людей. Ты убиваешь зомби, или ты сам есть зомби, где ты убиваешь самыми изощренными способами людей. То есть это вот длится вот 10 минут, как вы тут вот затягиваете. Давайте спасибо тебе за мое рок-детство.